Что она слышала? Женщина-друг. Пьяные речи о той, что ушла? Или что жизнь твоя, замкнутый круг, с острой нехваткой любви и тепла? Как ты полночи скитался опять, чтобы унять сладострастный порыв? Женщине-другу все можно сказать, ночью тревожным звонком разбудив. Чем она дышит, тебе все равно. Ты никогда не пытался узнать, с кем она вечером ходит в кино, с кем она ночью ложится в кровать. Ты не помнишь уже, сколько дней длится до боли знакомый сюжет. Если тебе одиноко, ты с ней. Если ей плохо, тебя рядом нет. Только однажды, спустя много лет, встретив ее как-то раз невзначай, сразу узнаешь родной силуэт и пригласишь к себе в гости на чай. Будете с нею болтать до утра, сердце снимая десятки замков. Ну а потом, извини, мне пора, и в коридоре звук легких шагов. Ты лишь тогда осознаешь сполна, рухнув на старое кресло без сил, как она сильно в тебя влюблена, как много времени ты упустил.